Дети читают стихи. Вороненкова Анастасия, 15 лет, город Москва. Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву встать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже, и смятением эсэсовец объят. Рука сама с собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, смятение смутно произнес. Овеянный невольной дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума сознание отравленным зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять. И не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять?